сегодняшней истории будущее было предопределено буквально в первые часы после рождения. Увидев стройную фигурку длинноногого мальчика, близкие воскликнули: «Будет балерином». Все так и случилось. Правда, Николай Цискоридзе стал не просто артистом балета. С его именем сегодня в мире ассоциируется Большой театр и Российский балет. Но, как оказалось, чтобы в наши дни стать звездой мирового балета, одних природных данных и таланта недостаточно. Поняв очень быстро в театре, что это естественный отбор, что или ты съешь, или тебя тут же съедят, то, конечно, мне пришлось играть по этим правилам. Если честно, мне не становится стыдно ни за один свой поступок. Но очень бы не хотелось вообще все это повторить. Для того, чтобы научиться бороться за себя и отстаивать свои права, у Николая Цискоридзе ушли годы. Он воспитывался совершенно в иной атмосфере любви и добра. Ника, так называла его мама, поздний ребенок. Мама родила его в 43 года. Как говорят женщины в таких случаях, для себя. Я очень часто слышу от своих подруг в театре, которые переживают какие-то стрессы со своими мужьями и на грани того, что им надо разойтись. И то, что вот они все время говорят, что вот как же ребенок будет без отца? И я говорю: знаете, я вырос. Мне было уже 16 лет. Первый вопрос я задал про папу. У меня была такая мама и такая няня, что они так вообще организовали быт, все, что есть такая единица папа. Я вообще никогда даже не задал вопрос. У меня не было такой нужды в этом. Детство Ника Цискоридзе провел в Тбилиси. Вместе с няней и с мамой он жил в однокомнатной хрущевке. Как-то мама сказала ему: «У всех у нас, Ника, в конце жизни будут одинаковые квартиры, а вот память о нас будет разная. Надо стараться жить так, чтобы память о нас была добрая». В таком духе мама и воспитывала Николая. Я очень хорошо помню такой воспитательный момент, когда мне мама объяснила: значит так, мы идем с тобой в магазин, да? У нас там ограниченные средства. Если ты что-то хочешь, ты должен меня спросить: мама, у нас есть деньги? Если я говорю да, ты мне говоришь, что ты хочешь. Если я говорю нет, ты это не произносишь. С мамой действительно было очень сложно разговаривать, что если она сказала нет, это там уже истерика, слезы, это ничего не действовало. Я знал, что не подействует. При всех ограниченных финансовых возможностях мама для Николая Цискоридзе создавала все условия, чтобы он рос незакомплексованным и свободным ребенком. Учительской зарплаты хватало не на многое, поэтому Колина мама подрабатывала репетиторством. Все ее ученики поступали в престижные вузы. Да и ей самой в свое время пророчили карьеру ученого-физика. И многие коллеги Ламары Цискоридзе, так звали Колину маму, были удивлены и огорчены, что серьезной карьере ученого она, физик от Бога, предпочла воспитание сына. Я когда это услышал, я задал вопрос, говорю: а тебе не жалко, что вот жизнь прошла мимо? Она мне говорит: ты знаешь, я много лет по этому поводу убивалась, а потом я поняла, что я пришла на эту землю для того, чтобы быть матерью. И мое предназначение оказалось быть матерью. А быть хорошей матерью – это гораздо сложнее, чем быть хорошим профессионалом. Это тоже профессия, но другого рода. При всем том, что мама в жизни Николая Цискоридзе играла огромную роль, он не был маменькиным сынком. Если ей нравилось, допустим, белое, то ему обязательно черное. Если мама шла направо, то Николай налево. Даже в школе по всем предметам у Николая были пятерки, а по маминой любимой физике – четверка. И очень на многое в жизни у них мнения расходились. Мама была безумно юморной человек. Мы ездили, когда вместе в транспорте, мы очень редко когда куда-то ехали. Мама всю жизнь ездила зайцем. Я шел, покупал себе билет. Мама, значит, не брала билет себе демонстративно. Я говорил: отойди от меня, ты, значит... Она говорит: господи, какой кошмар. Говорит, всю жизнь была диссиденткой, родила коммуниста. Я говорю: ты меня позоришь, тебя сейчас арестуют, поймают. Я говорю, если войдет контролер, говорит, я упаду в обморок, ну и что? Я говорю: ну почему ты это делаешь? Тебе что, жалко 5 копеек? Она говорит: да нет, ну должна же я это государство хоть как-то наколоть. Столько лет они меня обобрали. Должна, говорит, я им хоть как-то отомстить.
Мама Николая Цискоридзе слушала «Битлз» и Высоцкого, читала запрещенного в те годы Солженицына и была заядлой театралкой. Мамины вкусы невольно передались сыну, и в чем точно они совпали, так это в любви к балету. Правда, когда маленький Ника сказал маме, что хочет танцевать на сцене, мама долго не могла прийти в себя. Мама это воспринимала вообще как наказание. Она не воспринимала это. Ни одна грузинская мама не может пожелать своему ребенку балетной карьеры. Это просто это ненормально. Что, я думаю, маму безумно захватило в том, что я хотел балетом заниматься? Значит, это конец, вообще 80-е годы. Профессия артиста балета одна из самых престижных в Советском Союзе. И все педагоги, которым она меня показывала, говорили, что у меня экстраординарные способности. И на этом, я думаю, что вот основой явилось, то, что она поняла, что у меня может быть другая жизнь, не такая невыездная, как у нее. Первые 3 года Николай Цискоридзе проучился в Тбилисской балетной школе. Затем переехал в Москву. Вместе с мамой, вышедшей к тому времени на пенсию, они поселились в коммуналке рядом с хореографическим училищем. Это сегодня Николай Цискоридзе – солист Большого театра, народный артист России, лауреат премии «Триумф», 3 лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», 2 лауреат Государственной премии, кавалер Ордена чести Грузии и один из выдающихся танцовщиков мира. А тогда, в конце 70-х, столичный балетный мир принимать его не спешил. Я не мог поступить в Московское хореографическое училище 2 года. Я поступил туда только с 3-й попытки. Пока я там учился, все время были какие-то дети, внуки, знакомые, которые всегда переходили мне дорогу. Попасть в Большой театр я не мог, пока у меня не появилась московская прописка. Потому что я был не национальный кадр, и меня бы, как сказать, я должен был на общих основаниях идти, а у меня нет прописки, без прописки, до свидания. И вот таких, ну, было миллион. В один прекрасный день, просто когда еще и мамы не стало, и мне все время объясняли, что ты вообще с улицы, без году неделя. И то есть, вот мне просто это вот сюда уже встало, и я начал кусаться. Мама Николая Цискоридзе ушла из жизни накануне Международного женского дня, 7 марта 1994 года. Ее сердце не выдержало переживаний. Средств к существованию не хватало, бесперспективность удручила. Да и Москва слезам не верила. Вот здесь во дворе стоит школа у меня, общеобразовательная. В ней 5 не было физики вообще. И из-за того, что у мамы не было прописки, ее не брали на работу. Ходил свободный физик, заслуженный педагог Советского Союза. Ее не брали на работу. Директриса ходила во все кабинеты, стучала, писала письма, ни под какую. Нет прописки, не берем на работу, и все. И она это понимала, что надо что-то делать. Она просто... В общем, она всеми правдами и неправдами пыталась как-то базу мне какую-то сделать. Вот на этой почве у нее случился инсульт, когда уже меня прописали, все. Видно, она расслабилась внутренне. У нее случился инсульт. После инсульта мама Николая Цискоридзе прожила еще 3 года. А затем Колю стали опекать его педагоги. Они, как никто, понимали, Цискоридзе – будущая гордость национального балета, а потому требования к нему предъявляли соответствующие. Первым педагогом Николая Цискоридзе в училище был Петр Антонович Пестов, лучший педагог мужского классического танца, воспитавший в свое время и Александра Богатырева, и Вячеслава Гордеева, и Владимира Малахова, и многих других ярких звезд балета. Уроки в классе Пестова, помимо всего прочего, были еще и жесткой школой на выживание. Я когда говорил со своим педагогом, я ему сказал: ну, Петр Антонович, почему вы надо мной так издевались? Ну, зачем вы меня заставляли рыдать, стоять за дверью? Причем, что нельзя было стоять просто так, ты должен был рыдать. Ты должен был быть в униженном состоянии. Почему вы меня так давали? Вы же понимали, что я делал лучше всех, как бы. А он говорит: ты понимаешь, что ты был настолько способен, что ты был способнее всех остальных. Мне надо было всех дотянуть до этого состояния, вот, на котором ты находился. Мне приходилось тебя выгонять. Я говорю: а не легче было мне сказать: пойди отдохни? Да, он говорит, легче, но ты же расслабился бы. И вот, конечно, с одной стороны, я понимаю весь ужас, через который прошел, но с другой стороны, без палки не бывает балета. Если нету
сильной палки ни одного артиста балета не получится. И ни один результат в спорте не будет тот, который он будет, если это не будет серьезная муштра. Просто те родители, которые решаются все-таки отдать ребенка в серьезный спорт или в профессиональный балет, музыку, они должны понять, что в этот день они у ребенка забирают вообще какое-либо не детство, ни в коем случае, а детское восприятие. Что в эту секунду ребенок будет очень взрослым, и у него взрослые проблемы. Сегодня трудно сказать, как сложилась бы судьба талантливого выпускника Московского хореографического училища 1992 года Николая Цискоридзе, не имевшего ни покровителей, ни протекции, если бы на выпускной экзамен по классическому танцу не пришел Юрий Григорович, в те годы руководитель балета Большого театра. Он и пригласил Николая к себе работать. Так, в 18 лет Цискоридзе стал артистом кардебалета Большого театра. И то, что путь на сцену не должен быть легким, мне показал весь Большой театр разом. И я понял, что срочно надо что-то делать, надо прорываться, потому что, ну, это профессия молодых. Если ты не состоишься рано, то потом все. Вот. И я стал доказывать просто. Я очень много репетировал, это был один. Но все молоденькие как бы мальчики, чуть старше меня поколения, они быстро пристроились к каким-то таким балеринам среднего возраста, так скажем. Кто женился, кто с кем-то там опять подженился как-то. Вот они делали себе карьеру вот так. А мне партнерш не осталось. Я остался, как сказать, и наши все великие балерины, которые подходили к пенсии, они оказались, как сказать, ну, без партнеров, потому что их партнеры, они уже все вышли на пенсию или искали более молодых спутниц жизни. Вот это четыре наши замечательные балерины. Надежда Павлова, Нина Семизорова, Алла Михальченко и Людмила Семеняка. Вот моя карьера была начата с ними. И это было такое счастье. Потому что с ними я учился всему. К сожалению, лишь со временем Николай Цискоридзе понял, что Большой театр славится не только своим сценическим искусством, но и закулисными интригами. И что друзей там быть не может, рассчитывать приходится только на себя, верить только себе и благодарить Бога, если рядом вдруг оказываются доброжелательные люди. Среди них была и великая балерина Галина Уланова, общение с которой для Николая Цискоридзе стало бесценным. Так как я был молодой артист, нам давали репетиции в 5 вечера, в 4. Это самое неудобное время в театре. Удобнее или утром, или вечером, как-то чтобы день был. Уланова ни одного слова никогда не сказала. Она приходила всегда ровно тогда, когда назначена репетиция. И когда сейчас в театре какие-то молоденькие артисты начинают говорить, что я там это, то, вы мне не там поставили репетицию, или какие-то педагоги начинают что-то выяснить, я все равно говорю, простите, Уланова рта не открывала, приходила в 4 часа дня. Ради одной репетиции. Репетировала и уходила. И, а вы почему-то все никак... Такая вот корона на голове, и все почему-то ею задевают люстру. Откуда? Добиться успеха в жизни без душевных травм, особенно в наше время, невозможно. Звезде мирового балета Николаю Цискоридзе удалось это с наименьшими потерями, потому, на мой взгляд, что рядом с ним были уникальные женщины. Своей второй мамой он считает грандаму русского балета 20 века талантливого педагога Марину Тимофеевну Семенову, в класс которой попал 18-летним и познал все премудрости балета. Марина Тимофеевна, я провел просто в поездках, мы завтракали, обедали, ужинали, гуляли вместе, мы были как просто не разлей вода очень много лет. И я вот это вот все слушал, она меня все время учила. И был один очень сложный момент в театре, когда Юрий Николаевич Григорьевич ушел, и было несколько дней вот такого, непонятно, кто придет. Ну, все понимали, что придет Васильев, но кто-то бегал, писал бумаги, кто-то что-то там. Я был очень молоденький мальчик.
И меня все время вовлекали то в одну сторону, то в другую. Другое дело, что я до сих пор остался на позиции за Григоровича. Но Марина Тимофеевна мне тогда сказала: Коля, не смей подписывать никакие бумаги. Ни за, ни против. Вот у тебя есть свое убеждение здесь, значит, оно в тебе должно остаться. И что-то опять я ей, видно, доказывал. Она сказала: Коля, пока колонны стоят, ты, артист, танцуешь, они все меняются. Ты будешь выходить на сцену. И потом второй урок, который она мне преподала, она мне говорит: никогда не говори «уйду». Тебе скажут «до свидания». А еще хуже «прощай». Ты не уйдешь. Уйдут они. Запомни это. Над кроватью у Николая Цискоридзе с детства долгое время висело изречение персидского поэта и философа XII века Омара Хайяма. «Коль небо не дало, чего хочу, совершить не суждено, чего хочу. Коль свято все, чего желает небо, то значит, все грешно, чего хочу». К мудрости философа Николай прибегал часто, когда его надежды разбивались о действительность. Хотя ничего особенного от жизни он никогда не требовал и не требует, кроме, пожалуй, одного – не заходить на его территорию в профессии. Мне абсолютно всегда все равно, кто что танцует, какие спектакли. Я знаю, что вот у меня должно быть там А, Б и С в этом месяце. И не дай бог кому-то завернуть на эту, как сказать, позицию. Вот все остальные, да утанцуйтесь. Но вот на это не входите. И был один раз очень такой случай, что, в общем, кто-то применил какие-то интриги, и меня решили убрать со спектакля. Я еще тогда был зеленый мальчик, еще вот только вот начинающийся пихать слабцы. Я пришел и сказал нашему худруку тогдашнему: я говорю, пожалуйста, вы можете это сделать. Но я вас предупреждаю, что начнется эта музыка, и я выйду на сцену. Вы не поймете, откуда я появлюсь. Я выйду, и я простою всю эту музыку на сцене. Вы будете закрывать занавес, вам будет сорван спектакль, но я с места не сдвинусь. Николай Цискоридзе в своем поколении танцовщиков стал мировым символом Большого театра. Ироничный и независимый, изысканный, элегантный и обаятельный, 31 декабря 2003 года он отметил свое 30-летие. Николай думает о своем будущем. В свое время пробовал себя на телевидении в качестве ведущего одной из популярных программ. Окончил Московскую государственную академию хореографии по специальности педагог. Сегодня там же Николай получает второе высшее образование на факультете менеджмент и маркетинг. Кроме того, с октября 2004 года он играет в театре оперетты в мюзикле «Ромео и Джульетта». Николаю Цискоридзе пока некогда думать о личной жизни, поэтому до сих пор он один. Подруги жизни в Большом театре среди балерин не встретил. Балерина – это совсем другая психология. Во-первых, молодость бесконечная. То, что даже у героинь в театре, да, когда тебя, одно дело, тебя поджимает внешность в драматическом, а тут поджимает силы. Ведь что такое балет? Когда ты не делаешь 32 фуэте, а это знает весь зал. Когда начинается фуэте, весь зал считает раз, два, три. А ты внутри себя понимаешь, что ты уже не тянешь. И вот это все, когда ты уже готовишься к спектаклю, ты не тянешь, это все выливается на окружение. Это очень, ну, во-первых, это детский труд колоссальный. Это вот все вместе. Очень часто личная неустроенность, не успела родить, был ли неудачные роды, или наоборот, родила рано, проблемы с детьми, муж уходит. Это все настолько сложно у балерин всегда. Несмотря на то, что я их всех обожаю, я с ними дружу. Но иногда в работе это очень сложная вещь. И когда они прекращают танцевать и становятся педагогами, это разные люди. Очень мало людей может в себе переключить, что я уже не балерина, а я педагог. Это так сложно. Потому я всегда говорю, что после балерин все женщины ангелы.
Не потому, что балерины плохие, нет, они замечательные. Просто их внутренний мир, он гораздо жестче, сложнее. И они гораздо чаще ходили по острию лезвия. Моя жизнь вся была дана, так вот, так сказать, на волю очень умных, умнейших женщин. И не то, что я хочу, как бы я буду искать им подобных, ни в коем случае. Просто я привык, что присутствуют мозги на первом месте. К внешности, к талантам и ко всему остальному. Дело в том, что талант — это же не ум. Это Раневский говорил, как прищик. Вот сел на человека и все. А ум — это другая вещь. И часто, когда вот опять-таки куда-то приходишь на какие-то так, в Москве теперь можно, тусовки, да, идет достаточно состоятельный мужчина там, а рядом с ним красивое ничто. И вот эта пословица, которую мне в свое время говорила моя няня, что каждый мужчина заслуживает той женщины, с которой он живет, она оправдывается в эту секунду. Если вы хотите составить свое впечатление о мужчине, посмотрите на его женщину. На сегодняшний день народному артисту России Николаю Цискоридзе равных в Большом театре, на мой взгляд, нет. Его многочисленные государственные, театральные и балетные награды лишь подтверждают, что он действительно уникальное явление в мировом балете. И когда некоторое время назад Николай получил травму, разрыв коленной связки, и фактически год не выходил на сцену, всем, и руководству Большого театра, и поклонникам балета стало очевидно, что незаменимые люди в искусстве есть. Я как-то пошутил это по поводу моей профессии, что если бы я был маленьким, мне показали этого дядю в ритузах и сказали, что это твой папа, у меня была бы истерика. Я бы не понял профессию моего папы. Другое дело, что если там твой папа Марис Лиепа или Владимир Васильев, да, это чем можно гордиться. Когда показывают папу, стоящего с алебардой, по-моему, это не про, как моя мама говорила, это же не профессия, это унижение. А вот, и я всегда очень как-то иронично отношусь к своей профессии, которую я обожаю. Я до сих пор не научился льстить, просто у меня это вот... Что-то во мне там ломается, я не люблю очень льстить. Я не люблю людей непрофессиональных, не талантливых, не умных в этом деле, потому что мне везло на других. Я очень долго могу припираться с кем-то в зале, если что-то переходит, граничащее с балетом, как бы, ну вот, если, не дай бог, это уходит в другую сторону, здесь я буду очень, я знаю, какие применять уже, ну, рычаги, какие надо дергать. Но что в данной ситуации, что хорошо, все-таки мы постсоветский театр еще. Вообще страна постсоветская. И в нашей стране действует звание очень сильно, и особенно в Большом театре. Конечно, когда я получил все звания, которые мне дали, потому что все время у меня было, вы еще не заслуженные потом, вы еще не народные. Вот когда все это стало, я сказал, пардон. Теперь я на своем месте, и теперь ждать будете вы.